Кросс-кантри – скоростная езда по пересеченной местности, одна из спортивных дисциплин в маунтинбайке. Кстати, этот вид спорта заявлен на Олимпиаде в Лондоне. Гонки по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками. Все это в достатке присутствует на одной из лучших трасс страны. Находится она в лесном массиве возле деревни Полыковичи, что граничит с Могилевом. Здесь прошло открытое первенство, собравшее представителей с разных уголков Беларуси. В этом году, по заверениям участников, трасса стала сложнее и интереснее. Трассы, на которых проходят соревнования по олимпийскому кросс-кантри, с каждым годом становятся все сложнее и сложнее. В Могилеве в этом году любители горных велосипедов постарались на славу. Переняли опыт у россиян, наделали массу скоростных зигзагообразных узких спусков, добавили несколько затяжных подъемов и провели открытое первенство Могилева, в котором приняли участие представители с разных уголков Беларуси. Все они любители-энтузиасты, но со спортом на «ты». Трасса стала интереснее, сложнее. Появились новые технические элементы. Трасса непростые линейные, представляет теперь непростые линейные спуски, подъемы. А теперь нужно приложить голову к этому всему, выбирать передачки, как тормозить. В общем, трасса стала интереснее. Мы вовсю перенимаем российский опыт. У них трассы значительно более сложнее еще и нашей. Фактически это первый год, когда трасса вот приобрела такой вот, такую сложность и интерес. Соревнования по олимпийскому кросс-кантри проходят на трассах общей протяженностью от 15 до 30 километров и длительностью порядка полутора-двух часов. Это признанные мировые стандарты. Трасса в Могилеве 5,5 километров один круг, всего по нему гонщики ехали 4 раза. Сложно было так, что на втором круге уже никуда не хотелось ехать. Но на зубах доехал, в общем, чему и рад. Владислав занял в этой гонке 3-е место. Лидер же заезда – многоопытный Юрий Петрушов из Гомеля. 17 лет занимался шоссейными велогонками, с возрастом ушел. И вот уже 6 лет гоняется в кросс-кантри. В Могилеве стал победителем в группе А2. А что здесь главное уметь? Крутить педали или что-то другое? Мастерство, техника, выносливость, сила. С 1996 года кросс-кантри стало олимпийским видом спорта. Несмотря на кажущуюся экстремальность, это один из самых нетравматичных видов. Популярность кросс-кантри ежегодно растет, год от года любительские соревнования привлекают все большее число участников. Уже в сентябре на этой трассе нас ждет этап Кубка Республики Беларусь. Организаторы обещают еще более увлекательное зрелище.